Итак, всем привет, это Gadget X. Известный инсайдер и дизайнер OneLeaks опубликовал первое видео с демонстрацией еще не анонсированных флагманов смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus от компании Samsung. Его рендеры традиционно оказываются точными, поэтому с большей долей вероятности теперь нам известен внешний вид грядущих новинок. Они будут похожи на Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, за исключением одного важного отличия. В сравнении с нынешними Galaxy S8 основным изменением новинок станет новое расположение сканера отпечатка пальцев под тыльной камерой, а не сбоку от нее, как это было ранее в предыдущей модели. Также Samsung внесет в Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus аппаратные различия. Последний получит двойную основную камеру, как в Galaxy Note 8, тогда как в оригинальном Galaxy S9 будет один фотомодуль. Кроме того, в модели Plus будет 6 ГБ оперативной памяти, а в базовой 4 ГБ. Презентация новых флагманов Samsung ожидается 26 февраля. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!